К другим темам. Если бы не очистные, жертв можно было бы избежать. К такому выводу пришли в Байкальской транспортной прокуратуре. В ходе проверки выяснилось, что глава Северобайкальского района нарушил как минимум два закона, когда разрешил строить очистные возле аэродрома. Строения помешали свободному движению самолета при аварийной посадке, что и привело к трагедии. Материалы проверки передали в правоохранительные органы. Напомним, утром 27 июня в Нижнеангарске самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием и загорелся. Тогда погибли два члена экипажа.